же в ваш бизнес. Мне была бы очень интересная и полезная информация по поводу обучения в школе. Есть ли способ или метод ускорения процесса обучения? Понимаю, что это, наверное, очень индивидуально, но все же. Я не знаю. Я ее насколько мог короче сделал. И знаете, я хочу в этом году провести 7-ю ступень, а после этого провести еще 8-ю. Потому что я понимаю, что нужно чуть-чуть больше для того, чтобы добиться тех результатов, которые может добиться. Я, к сожалению... О сожалениях своих я рассказывать не буду. Ольга Рудая или Рудая. Подскажите, можно ли сейчас покупать земельные участки недалеко от города как вложение? Только началась нарезка участков, пока недорого. Да, но в вашем случае нет. Почему-то я просматриваю вас, могу сказать, что тот, кто вам собирается продать, обманет вас. Поэтому аккуратнее, пробуйте через других людей. Андрей, здравствуйте. Можно рассказать, как из всего, что нам даете, что-то работать, как правильно выбрать? Я столкнулась с тем, что, практикуя мантры, коды заклинания шума, они очень эффективно работают с окружением, с которыми работаю. У меня результат не такой успешный, как у них. Почему это происходит? Это происходит, потому что вы не живете своей жизнью и не используете философию школы. И здесь очень важно как раз вот эти элементы. Истерика, обвинение, обида, хитрость, печаль, ложь, зависть, амбициозность, отношения в семье, там обидчивость, там вот я не буду с тобой разговаривать. Вы думаете, это не сказывается ни на кого? Нет, это очень важно. В спокойном состоянии очень важно работать, начинать так, чтобы не быть какашкой, знаете. Быть какашкой — это плохо, знаете. Быть какашкой — это для эзотерика просто дно. Поэтому если человек сам по себе какашка и начинает действовать или практиковать эзотерику высокодуховную, то тогда на более высокодуховных людей действует хорошо, а на какашек действует плохо. Вот. Поэтому меньше злости. Обычно человек говорит: мне хуже и хуже, мне хуже и хуже. А я говорю: нет, ты просто злее и злее становишься. Раньше ты мог сдержаться, а теперь ты злословишь, нудишь, вредничаешь, там перебиваешь и так далее. Мне хуже и хуже. Нет, ты просто неряшливее, злобнее, просто там на кого-то обижаешься. Утром плохое настроение, вечером плохое настроение, ночью плохое настроение, днем, потом претензии, внутренние претензии. После этого человек злится, 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 злится. Потом начинает читать мантры, а рядом находится муж. Он ленивый, ничего не хочет такой, но он добрый, там, почухал себе бедро. И после этого у него получается, вы говорите: надо же, этот калека, вот этот дебил, у него все получается, а у меня ничего. Конечно, ничего не получится, потому что это духовная школа, школа духовного развития. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как узнать, как рождается душа и сколько раз...